На улице все тает. Весна, у нас солнышко целый день. У меня жутко болит голова. Уже пила сладкий чай. Мама советовала, говорит, пей сладкий чай. Заваривай от головы. Но мне что-то ничего не помогает. Выпила таблетку и, короче, решила попить кофе. Со своей капсульной машинки. Год назад муж дарил на 8 марта. Классная машинка, мне очень нравится. Я делаю такую одну капсулу на целую такую чашку. То есть кто-то делает, как вот сейчас, кто-то делает одно нажатие кнопки, да, и вот такая маленькая чашечка. Но я делаю целую чашку, то есть я одну капсулу нажимаю 2 раза. Да, тут у нас помощник. Что ты печь будешь? Ням-ням там, да? Мы сегодня творожную запеканку там пекли, да? Все, нету ничего. Мы все вытащили. Спекли, вытащили. Что там хочешь? Ну, только не садись на нее. Не надо садиться. Да, закрывай. Нет, это не надо, Богдан. Закрывай. Сначала задвинь. Аккуратно, да, аккуратно задвинь. Не очень громко. Папа спит после работы. Да. Бах. Пьем. Богдаша кушает. А я, папа. Ализа тут отдыхает, да. Мяу. Лежит на подоконнике. Развалилась. Хорошо. Никто не мучает. Это мурлыкает. Мурлыкает. Мама спрятала ее сюда, чтобы ее не мучил Богдан. Так она довольная, тут спит. Тепленько над батарейкой. Да? Такие усы длинные. Длинные усы, да. Надо будет в следующий раз поедем в ветеринарку, купим когти обрезать, а то у меня Ульяна вся оцарапанная, вся ужас. Мне так жалко ее, что она берет кошку, вроде поиграть хочет, и это играет, это не понимает, тоже царапает. Жалко Ульяночку нашу. У нее все руки, все ноги, вся царапана. Кошка, когда отталкивается, спрыгивает, ей прям в ноги цепляется, ужас. Так она не злая у нас девочка, хорошая. Но то, что царапки оставляет моей доченьке, мне жалко. Да, мурлыкает, лежит. Мурлыкает. Богдан там мультики смотрит. Какие-то включил. Ой. Ой-ой-ой. Ты позируешь, да? Теперь 3 чехла. Заказала с Алиэкспресс чехлы. В общем, короче, заказала вот этот, да, чехол. Вот этот сегодня получила на почте. Шел 3 месяца. В общем, мне уже за него вернули и деньги. И, в общем, уже, я думала, без вести пропал этот чехол. В итоге заказала уже после него. Заказала вот эти, которые пришли мне где-то за 2 недельки. Вот эти заказала, 2 чехла еще на ее телефон. Все они похожи вроде, да, но все вот даже по ощущениям вот так вот трогаешь, совсем разные. Вот эти еще более-менее между собой похожи. Этот такой шуршавый. Пришел еще с каким-то тут, ну, я не знаю, брак это или не брак. Ну, в общем, ладно. Для ребенка нормально ходить потом в 1 класс. Сейчас она дома, только у нее лежит телефон. В принципе, она его не берет никуда, в садик нельзя. Вот такой чехол. И такой. Отличается только тем, что здесь мягкая такая штука. У этого чехла такая твердая, то есть она пластмассовая, да. Здесь тоже мягкая пришла. Мама, ничего, это дети делали, видишь? Да. Он делает. Положи. Нет, кля-кля нету. В общем, короче, тебе пришел еще один чехол. Ты счастлива? Еще с бабочками такой. Синенький пришел. У меня уже 3. Ну, уже 3 будет. Богдан.
Пока-пока. Помахай. Да. Мама. Вот что ты делаешь? Варежка, тю-тю и все, и в колесо туда. И все, и варежку туда замотает в колесо. Эксперимент. Насытает.